Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 21 год, рост 175 сантиметров, вес 57 килограммов ровно. Это его профессиональный дебют. Его стиль Панкратион из города Черкесск, Карачаево, Черкесия. Дейнур А вот его соперник в красном углу клетки. Ему 23 года, рост 172 сантиметра, вес 57,2 килограмма. Его профессиональный рекорд. Две победы, ни одного поражения. Его стиль ММА из города Назрань, Ингушетия. Ну и традиционно добавим, что легендарная Ашота Шугиан. Да. Рядом со мной не менее легендарная, как и обычно, Адам Ахматов. Такой вот особенный у нас сегодня вечер. Ну и по понятным причинам этот поединок в качестве рефери не обслуживает Герихан Шабилов. Ну, потому что он родом из славной Ингушетии. И, собственно, главным тренером сборной Ингушетии по нескольким видам спорта, насколько я помню, он является. Да, Ашота Шугиан. Сколько сегодня легендарных имен и фамилий? Да. Ну, у нас все легенды. Собственно, порадовало, что первое, то, с каким настроем выходил на этот бой Кишев. Вот такое ощущение, что он был прям полон радости. И да, он... всегда приятно смотреть на людей, которые именно так воспринимают выход на поединок. Ну, а на тему... его оппонента. Не будем забывать, что здесь он находится все-таки именно дома, потому что ингуши это вайнахи. Вайнахи значит свои люди. Буквально, причем это перевод. Для чеченцев это свои. Соседняя республика братская, и здесь горячей поддержкой будет пользоваться именно он. Достаточно уверенно смотрится пока Кишев, хотя больше атакует и агрессивнее старается действовать Мальсагов, но вот здесь вот Али теряет позицию. Кишев пытается ее улучшить. Попытка удушающего приема, но ноги не зацеплены. А вот так вот позицию-то как раз таки может сейчас выиграть Али Мальсагов. И все очень быстро заканчивается для Динура Кишева и Али Мальсагова, но для Мальсагова со знаком плюс. Шикарная победа, с чем мы его поздравляем. Да, да, победа досрочная. Динур обескуражен. Его угол, но что поделаешь. Что значит опыт? Он, мне кажется, все-таки сыграл определяющую роль в этом поединке. Подбадривает младшего брата Рамазан Кишев. Ну и ноль эмоций на лице у Али Мальсагова. Такое ощущение, что он еще хотел подраться. Ну, насколько я понимаю, это соответствует нормам поведения, которые приняты. Вот, поэтому в данном случае бывает просто правильно. Дорогие друзья, уважаемые гости, на первой минуте 38 секунде первого раунда решающим приемом победу одержал Али Мальсагов. Из славного тейпа Мальсагова всем.